Я сделаю тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Людям, которых ты любишь, говорить «нет» нельзя. Во всяком случае, часто. В том весь секрет. Когда же все-таки приходится, то твое «нет» должно прозвучать как «да». Или добейся, чтобы они сами тебе сказали это «нет». Не стоит ненавидеть врагов. Эмоции мешают думать.